И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Назарт, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем играть на карте Бенди, все просили прятки, и сегодня у нас прятки, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. О, лефти. Так, ребята, я вам даю одну минуту, время пошло. Новая это старая карта Бенди, какая? Это средняя. Между большой и маленькой. Между новой и старой. Так, мужик, давай ты меня не съешь, блин. А я в старое место запрятался. Меня, короче, убили. А так, стоп. Что? Ты зашел в личную комнату Бенди, он не любит этого. Да я понял, он там стоит и меня обозлился. Там туалет вроде его. Злой, блин, совсем уж. Полминуты прошло. Ого, полсекунды уже прошло, отлично, так. Все, Димас, я спрятался. Серега запрятался? Так, давайте возьмем меч в руки. А зачем тебе меч в руки? А чтобы видеть себя со стороны. Понял. А так, я слышал, знаешь, где ты меч включил? Нет, ты не должен слышать. Как это не должен, если услышишь? Классно. Так, сделай от первого лица, чтобы убить вас быстренько. Так, так, так. Ребята, все, начинается самое интересное. Если вы пьете кушать, приятного аппетита. А мы начинаем мочить пацанов. Дима, знаешь, за кого я играю? За собачачину. Нет, сейчас. За бакимачачину. Сейчас найду тебя. А, за предмет летающий. Какой предмет? Ну ты сейчас будешь за какой-то предмет летающий летать и смотреть за мной. Да, вот Димас, я стул, Димас, подожди, подожди. Не-не-не-не-не-не-не. Я сейчас стул этот съем. Я его сожрать не могу, вот блин. Димон, а если я тебя сейчас найду? Ты не найдешь. Как это не найду? А как вот это не найду? Присаживайтесь. Лефт. Я знаю, что где-то тут кто-то на втором этаже есть. Ой. Так, ну вроде никого. А вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Надо быть внимательным. Где-то пацаны здесь ныкаются. Че, это стул летает? Хотел сказать, кто-то тут бегает. Димон, ты меня путаешь. Еще и ржут с меня, давай, давай. Это вообще твое, мое задание, Димас, чтобы тебя пушить. Ржат с меня? А, следить. Так, там комната Бенди, меня замочит. Спускаемся вниз. Находим Сережку. Сережку не находим. А фиг тебе, не найдешь тут банк. О, какая-то банка еще рядом со мной летает. Ах, вы летающие мусорки. Здравствуйте, Димас, вы нас ищете? Ой, я включил какую-то эту мелодию крутую. Ну, нормальная пойдет. Стой, Димон, дай-ка я посижу на тебе. Давай, посиди. А вы пока сидите, я буду вас искать. Ладно, пойдем за Димасом. Включай максимальный режим розыска. Уничтожает все. Я могу. О. Не мешайте мне, стулья вонючие. На тебе! Да как? Давай, Димон! Ищи со мной, умник. Тут же куча людей на это. А нашел тебя? А нашел меня, вот именно. Нашел тебя, желтая фигня. Мне кажется, тут кто-то по-читерски играет, потому что меня первого нашли. Да как я, посмотришь запись. Это Димас. Во, кто-то камеру поставил, значит, кто-то здесь шкерится, раз стоит камера. Да. Так, 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 так. Холодно, Димас, холодно. Холодно. За баньку. Холодно, 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 ага. Еще холоднее. Не надо мне подсказывать, банка летающая, вонючая. Банка. Ты будешь так специально говорить, чтобы я тебя не нашел, поэтому не надо мне подсказывать. Димон, что только опять в Бенди в туалет зашел? Да, он меня сожрал сразу же. Но ты ему не нравишься, видимо. Да-да, получается так. Так, надо смотреть на полочки верхние. Теплее. Так, камера смотреть сюда. Значит, Серега, теплее. Горячо! Горячо! Так я ж не могу туда зайти, ах ты секунд вонючий. А ты возьми мелкого. Серега читерит. А ты возьми мелкого челепизрика. Читерит все время, Димас, Серега. На! Достал все-таки. Я тебя увидел, потому что там шевелилась такая тень. Но было прикольно. Серега, фу, блин, я испугался. Прячется. Димон, это ты что ли бегаешь? Да. Да. Синий челик. Я бонька вообще-то. Я знаю, просто непривычно. Ты обычно его не берешь.
Потому что не берут, да, такого персонажа? Заходи, заходи. А, давай ага. Тогда лучше тебе уступлю. Так, мы не нашли этого Папайруса, чуть не сказал. Назардя. Он, наверное, тоже читерит, как Серега где-то. Наверное, да, нечестно использует игру. А, вот там он, наверное, скорее всего, ныкается. Вот тут за досками. Нету. Ладно, выключаем. Марионетка, Бонни и Фредди. Скорее всего, он где-то на видном месте, просто мы мимо него даже не проходили. Я так понял. Скорее всего. Диман, я за тобой. Так, смотри, где у нас еще можно спрятаться очень хорошо? Тут второй этаж и первый есть. Ребята, у меня нюх на Назарда. Я уловил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пахнет говном. Назард, я тебя чую. Я тебя чую. Димас, я чую, говно как-то пахнет еще сильнее. Иди сюда. Я его не вижу. Я сзади. Такое чувство, как будто он вообще даже не тут, не на карте. Да не-не-не, он здесь. Запах усиливается, ребят. Запах усиливается. Запах усиливается. На, есть, запах нашелся. О, запах а пропал. Он здесь был. Диман, давай теперь ты ищи. Я тебя тем более первого нашел. Ладно, ладно. Ладно. Сейчас я так заныкаю, что ты меня в жизни не найдешь. А, ну, конечно. Тут конечно. Же так много предметов. По крайней мере, не первого, как я тебя. О! Кого играю? Давайте, наверное, вот эту возьмем. Или вот этого, или вот этого, или вот этого. Все, Димончик, я готов тебе выигрывать. Ага, конечно. Так, беру так. Фокси. Все, вы готовы? Нет. Ой, я могу невидимым становиться. Все, я запрятался. Все? Да. Так, я пошел искать вас. Давай, Димон. Даю. Так, кто у нас здесь? Никого. Только не ломай новую карту. Я так чуть-чуть только. Хорошо. Так. Так, опять вы читеры, походу. Нет, я не читер, я честно зашел сюда. Я честно сюда залетел, да? Да? Надо мне взять этого Боньку, которого я брал. Вот этого. Потому что он хотя бы тэпаться умеет. О! Телепортейшн. Телепортейшн. О, кстати, тут магнитофон есть, он не включается, да? О, Димон, я слышу, ты где-то бегаешь там за комнатой. Во-во-во-во-во. А, сейчас я тебе... Не-не-не, Димон, не иди туда, не иди, уходи. Уходи, не иди в ту комнату. Во-во-во, все, вроде убежал. Не рычи. Ты тут комнату какую-то музыку фуфлыжную мне включил. Блин, я килл прописал вместо стоп-сон. Вот молодец. Вот говно. Блин, такая нычка была крутая. Ладно, да, давайте мы возьмем хорошо. Опять. Димон, стой, не убивай. Да я туда же заныкаюсь, постой здесь. А, ты чё меня ударил? Ударил меня. Стой. Я сейчас эту нычку найду просто, вот она. Все, и тогда будешь меня искать, я сейчас скажу, когда, Димон. Хорошо. Все, я опять в этой нычке сижу, погнали. Так. Кружка, улетай отсюда, ты палишь меня, кружка. Серега, ты чё засел? Кружка, ну улетай. Все, я Серегу убил. Да? Молодец. Я просто камеру держу в руках, поэтому не вижу. Серега, ты за кружку летал? Чё, да, молчит? Я за кружку летал. Ах ты говно, но... ты знаешь, где я? Стой, не иди, не ищи меня, Серега, дай я перепрячусь. Стой. Хорошо. Да вы все читеры. Все, я заныкался. А я-то чё? А я-то чё читер? Ну ты нет, а Серега, да. Нет, Димон! Дайте я убегу! Блин, ну ты читерская марионетка! Блин, такую нычку классную спалил мою, новую. Давайте, выиграет сильнейший аниматроник. Битва аниматроников на карте Бенди. 50 тысяч миллионов хп. Нет, у меня 8700. Ах ты, секунд!
Все, убили тебя? Да! И ты меня убил! Спасибо, пацаны, вы такие добрые! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!